Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников. Шарль-Филипп Огюст Ларивьер, французский художник, работавший в историческом, батальном и портретном жанрах. Я цитирую приводную Википедию. Шарль-Филипп Ларивьер – представитель целой династии французских художников. В юности Ларивьер учился рисовать у таких мастеров, как Поль Герен, Ан Луи Жераде Триазон, Антуан Жан Гро. В 1813 году был принят в Школу изящных искусств Парижа. В 1819 получил вторую премию в Риме, а уже в 1820 поощрительную медаль. В 1824 его полотно на тему «Смерть Алкивиада» получило гран-при в Риме. Благодаря этому художнику было позволено оставаться на вилле Медичи до 1830 года. Со временем он сосредоточился на исторической живописи. Причем он совмещал вошедшие в моду мотивы романтизма и строгие формы ампирной живописи. Впервые персональная выставка художника состоялась в 1827 году в Парижском салоне. Ларивьер дважды получал медали салона в 1831 и 1855 годах. В 1836 был награжден знаком рыцаря ордена почетного легиона, также получил Тунисский орден славы. За годы творчества Ларивьер создал много картин, связанных с батальной тематикой и яркими историческими событиями, портреты известных современников, а также картины религиозного содержания. Он является автором трех полотен в батальной галерее Версальского дворца. Писал для коллекции Музея истории Франции в Версале. Его портреты генерала Гийома де Брюнери украшает главную лестницу королевского павильона в Винсентском замке. Принимал участие в росписи часовни церкви Сент-Эстаж в Париже. Скончался в Париже 29 февраля 1876 года. Его семья подарила мастерскую художника музею Пикарди в Амьене. Вот так вкратце из переводной Википедии о Шарль-Филипп Огюст Ларивьер, французский художник, работавший в историческом, батальном и портретном жанрах. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.